кого она призывает? Ух ты, вот это! Это она призывает щупальцы. Давай, быстрее. И есть! Куда он вообще улетел? Всем привет, ребята, с вами Никита. У нас небольшое обновление в гоночках, драйвах, от битвы тачек на арене. Мы сегодня с вами поборемся еще за одну новенькую тачку. Смотрите, она называется Summoner, которая переводится как призыватель. То есть эта тачка кого-то будет призывать. Неужели опять, ребята, эти щупальцы? Что у нас здесь по коллекциям? Смотрите, в коллекции пингвинчика в Rift Riders мы уже с вами, как вы знаете, все тачки собрали. А вот где у нас коллекция идет воздухоплавательная мерзость, у нас как раз таки не хватает пару тачек. И вот сегодня, смотрите, она стоит, сама она стоит 2000 огнеболтов. И мы с вами попробуем немножко огнеболтов сейчас подкопить и потом, наверное, купим. Потому что 16 тысяч все-таки. Нам надо будет забирать 16 тысяч коп, чтобы бесплатно открыть эту тачку. Поэтому я не знаю, вряд ли у нас это получится. 23 у нас билетика, один билетик тратим, ребята. В общем, забираем сколько? 750 огнеболтов. И дальше, наверное, откроем тачку. Посмотрим, короче, ребята. Так, давайте. У нас здесь воздухоплавательная мерзость. Какие-то чувачки сейчас будут на меня нападать. Так, спокойно. Спокойно. Короче, я всех... Пока всех мочу. Это хорошо. Давайте топливо возьмем, подкрепимся. Есть нормальный ход. Ну что, кто здесь? Какие-то скелетрончики у паровозик. Опасный паровозик появился. Вот она, ребята, новая тачка. Ух ты, что он делает? Пилки сматываемся. Короче, ребята, засада будет с этими пилками, я уже понял, все. Ну, неплохо. Зато, смотрите, 150 огнеболтов забираем. 250 огнеболтов забираем. И дальше нам остается еще взять 2000 очков. И мы возьмем еще 500 огнеболтов. И тогда уже, в принципе, можно будет открывать новую тачку. Ну ладно, давайте попробуем еще нашу тачку-неваляйку в деле. И дальше, наверное, уже придется нам что-нибудь менять. Короче, тут какие-то на тележках. Это кто, летающие мыши? Да, летающие мыши. Это кто, катафалк? Вот колесница. Ё-моё, наткнулся сзади на нее. Вообще только 300 очков. Слабенько, ребята. Ладно, выходим. Все-таки эта тачка не валяйка легкая, поэтому давайте по традиции возьмем хотвилловский автобус. Вроде как хотвилловским автобусом мы с вами можем полегче выносить. По крайней мере, можем толкать эти тачки. Так, где наш автобус? Он тяжелый, вот он. Автобусик, он тяжелый. Два билетика мы потратили. У нас уже 3400 огнеболтов. Еще 500 очков насобираем. Купим новую тачку, а вот дальше уже остальные тачки будет проблема нас собирать, я так понимаю. Больше у нас огнеболтов не будет, опасно. Опасно, автобусик. Давай быстрее этого топлива собираем. Сейчас этих чувачков будем мочить. Ё-моё, ну автобусу вообще не повезло. Да, с таким успехом мы сейчас все билеты потратим и никуда толком не дойдем. Так, надо какую-то тачку. Нет, автобус тут вяленький. Слишком эти чуваки на этих тележках меня пытаются доставать. Думаю, еще паровоз какой-то приехал сюда. Давай его столкнем. Нет, они не могут. Я не могу его. Ух ты, это что еще за тыква? Какая-то колесница. Ну все, ребята, короче, есть. Взяли мы 500 еще огнеболтов, хорошо. Да, мы насобирали 2000 очков, а надо 16 тысяч очков, ребята, 16, чтобы открыть новую тачку. Я думаю, мы потратим в итоге все билетики, и эту тачку так и не откроем. Ну давайте возьмем какую-нибудь другую машинку, может это что-нибудь из новеньких попробуем. Давайте попробуем что-нибудь из новеньких машинок. Мы здесь с вами его сколько тачек подкрывали. У нас есть гарпуном тачка прикольная. Есть кракен, который вызывает эти щупальцы. Есть минер, но это все... О, есть фреза. Так, а где... Ох ты, у нас же еще есть, ребята, вот такие тачки. Хотвилловские мы с вами открывали в прошлых сериях. По-моему, какая-то тачка была такая, как ракетка. Вот здесь она, да. Вот здесь, по-моему, эти тачки. Вроде бы вот эта тачка. Или нет, или еще. А, ладно, давайте щупальцу возьмем. О, вот это, ребята, давайте эту щупальцу возьмем. Она вроде как неплохо так от себя отталкивает.
другие машинки. Ну, посмотрим сейчас. Так, тележечка. И есть, как мы их подфутболили. Хорошо, давай. Вот так, отбиваем ее. Но у нее проблема, она назад не едет. Смотримся поэтому. Ё-моё, назад не едет. Хвост застрял. Застряла. Короче, эти щупальца тоже слабенькие, застряют. Так, не будем больше тратить тогда на эту машинку билетики. Билетики у нас на вес золота. Давайте тогда возьмем какую-нибудь, надо какую-то тачку сильную. А может, этого снегомета или как снежкомета. Какую же нам взять мощную, какую-нибудь мощную машинку? Даже не знаю. Джипика. Давайте вот эту турбо. Турбочку. У нее эта тачка классная, турбинка классно ускоряется. А в принципе еще можно и крокодила попробовать. Аллигатора. Ладно, давайте с этой тачкой, с турбинкой. Ух ты, смотрите, как она. Ё-моё, как она газует. Вот, гонит она нормально. Хорошо. Ух ты, вот это она поливает, ребята. Вот это поливает. Ну, у нее, смотрите, какое сопло сзади. Выхлоп, конечно, четкий. Мы зато сможем сматываться. Сможем сматываться от этих пилочек. Ё-моё, ну вот появилась эта тачка новая, не в тему, да? Ну, прикольная машинка. Давайте еще разочек попробуем. И поехали, ух ты! Классно, ей можно сматываться хорошо. Давай, поливай их всех. Поливай. Есть, хорошо. Эту всю мелочь, короче, мы сейчас подаем. Я так понимаю, мы воздухоплавательную меру сегодня не увидим. Глаз появился, ребята, жалит. Глаз жалит. Да, отстань ты, сматываемся. Короче, я куда-то выпрыгиваю. Появилась новая тачка. Есть, я уничтожил ее. Все. Пилки. Пилки появились. Короче, ребята, я не знаю, что происходит. Давай, ё-моё. Эх, увы, но эта тачка назад не едет. А машинка неплохая, очень неплохая. Ну что, не будем тогда больше, ребята, тратить билетики. Давайте уже наконец-то купим новенькую машинку. Ну что, переходим сюда. Выбираем воздухоплавательную мерзость. А вот он, Summoner, да, 3000 огнеболтов. Есть, ребята, у нас новая тачка появилась. Почти вся коллекция скоро будет у нас уже машинок. Ну что, давайте найдем этот. Вот он, Summoner. И потратим еще один билетик. Надеюсь, сейчас хоть что-то эта машинка покажет. А, она какое-то поле, да? Или она призывает? Вот, ну посмотрим. Так, кого она призывает? Это... Ух ты, вот это! Это она призывает щупальцы. Ух ты, прикольно. Давай, щупальцы. Прикольно, ребята, она призывает. Вот это призыватель. Вот это здорово. Ну-ка, я еще хочу. Давайте еще попризываем. Призывай щупальцы. Есть, мы просто вообще всех сносим. Так, нам надо топливо забрать. Давай, круши всех. Круши. Да, есть, мы поливаем. Смотрите, ребята, мы щупальцами просто всех выносим. Давай, щупальцами. Есть, вообще огонь. Давай, быстрее. Ё-моё, короче, сам себя сбил. Но больше, ребята, не хочется тратить, просто билетики. Уже у нас 14 билетиков осталось, но тачка вообще мировая, тачка-пуля. А давайте попробуем эту тачку где-нибудь так испытать, на других гоночках. В общем, я, ребята, взял режим игры один против одного. И давайте здесь, на этом режиме тогда... Так, что мне тут выскакивает? Золотая лихорадка? Не знаю, что это такое. Давайте пока попробуем просто испытать эту новую тачку в этом режиме. Вот она. Машинка, чтобы не тратить билетики. Опа. Давай, сматываемся. Прикольно, смотрите. Ё-моё, ну видите? Минус этой тачки в том, что шлем абсолютно не защищен. Так, быстрее. Давай.
Ух ты, щупальцы, щупальцы, смотрите, как мы его откинули. Есть. Выиграли. Давай еще. Ой-ой-ой, паучок. Немного не успели. Тут успеем? Давай-давай-давай, быстрее-быстрее. И... Есть! Куда он вообще улетел? Прикольно. Ну, очень-очень крутая тачка. Сматываемся, сматываемся, сматываемся. И... Осьминожка пошла. А, все, мы успели. Мы и так успели сбить. Ё-моё. Неудачно появились. Ну тут, видите, надо какое-то время переждать, чтобы вызвать эти щупальцы. Есть! Нет, не достали. Но прикольно. Согласились, согласились, прикольная тачка. Давайте еще попробуем. Давай, 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 иди сюда. Дружище. Что не успели, успели. Или мы не зацепили щупальцами вообще его шлем. Так, здесь будет лучше видно. Давайте пингвинчиков. Промазали. Давай, давай, давай еще. Ладно, мы и так попали по пингвинчику. Но прикольная тачка. Мне очень нравится. Надо будет ее побольше потестировать, получше. Так, пока мы так выигрываем. Вроде без щупальц. Ну, вызываем. Призываем. Есть. Есть. Видите, четко щупальцами сделали. Опять паучок. Давай, щупальца. Понесли. Понеслись. Понеслась. Давай ты, мочи ты щупальцами. Короче, щупальцы пока не работают. Давай, перепрыгивай щупальцами. Есть, ребята, есть. Вынесли, короче. Отлично, ну что. Вот такой у нас получился, ребята, видосик. Открыли мы все-таки эту новую тачку. А вот уже следующие тачки, я не знаю, получится у нас открывать или не получится, потому что все-таки огнеболтов у нас уже осталось очень мало. Ну что, ребята, на этом все. С вами был Никита. Играйте в DriveHead, открывайте все тачки, собирайте все коллекции. До скорого в следующих видео.